Пацаны, привет всем. Проблемы скворней, КамАЗов, весь этот гемор, что мы придумали. У меня верхние две втулки провернуло. Даже не хочу об этом и говорить, и не надо. Это больная тема, это фольга, там шарики. Ну, никогда я этим не заморачивался сильно. У меня рейсы небольшие, чем меньше проезжаешь, тем больше зарабатываешь. Это у меня так. Дальняк не люблю. Вот наезжаю, думаю, 1005, наверное. Что я придумал, чтобы обмануть судьбу? Взял, снял эти крышки верхние. Знаете, там, да, не знаю, видно, че нет, солнце, блин. Короче, приварил, ну, трубочку я. Нарезал резьбу бриксу, одна, вторая вон. Пробки понаходил. Обварил, ну, тупо этим герметом замазал, из-за того, что они там кривые, короче, ну, на гермет и обмазал. И будет у меня емкость для масла, для верхней этой втулки, чтобы она смазывалась. Нижние у меня работают, слава богу, пробивается, а верхние провернуло. Ну, разбирать я не буду, я ленивый. Так что решили сделать ему емкость там. Я думаю, грамм 50 есть железно, может и больше в этой трубочке. Залили, не горло туда. Пробочку закрутили, одна, вторая резьба, ну, что я нашел. По-быстрому все из мусора там. Раз в неделю или в две, как оно будет, и не грол лучше, оно все время жидкое, солидол этот, литов, все это, не люблю я его, оно его там раздавливает, ну, неважно, как-то так вот, как бы, и вроде бы все элементарно, ну, разбирать сейчас не будем ее точно вот делать, балку эту, она у меня живая, более-менее еще, ну, на наш век хватит, чтоб. Главное, что низ у нас обмазывается. Вы поняли, да? Рацуху приварил, обварил там. Все, герметиком замазали она, чтоб уже не бежала. Сейчас масло зальем и в бой. Решать задачи глобальные. То, что эти ремонты, все, ну, ни к чему. То есть, я считаю, что правильное решение, может быть, кто-то и себе сделает, как бы, ну, никому ничего не советую, просто снимаю, как оно и шло. Так что как-то так, не знаю, может быть, кто-то это уже и делал до меня, ну, не суть дела, делюсь опытом проб и ошибок, наработок и всего этого геморроя. Как-то так. Все, пацаны, у нас все хорошо. Работаем, снимать особо нечего. Сегодня день такой у нас. Ой, фух, ремонтный. Потихоньку там то-то. Помазаться, побриться. Что-то сделать. Да, Санечек? Как? Да. Все хорошо, родная, да? Фух. Что у нас тут? Жара сильная, ребята. Очень сильная, блин. Дуже сильная. Ну, а что робить, как некоторые говорят? Бери мяч и забивай. Все, пацаны. Думаю, саму рацуху кому-то. Еще раз говорю. Может кому-то пригодится. Сейчас Саня он там мазнет. Так что по возможности будем снимать что-то, ну, полезное, интересное кому-то. Не люблю снимать о погоде, о пчелах. Не наша тема. Все, ребята, всем привет. До новых встреч в эфире.